теперь, друзья, на память, когда поля более-менее обработаны, что эта машина творит? Это как ракета, я вам говорю, ему не на... у него нету нагрузки, ребята, и только полный привод покупайте, если будете покупать. Обычное поле, у меня есть кусок, я специально оставляю для веерной копалки, друзья, и пашу я на третьей передаче пониженной, и также он пашет на первой повышенной, скорость бешеная. Надеюсь, картошку я от скорости не засыплю, друзья, чуть что съеду в бок. Просто один из подписчиков говорил, что я на нем 20 соток буду час пахать. И вот я вам скажу честно, ребята. Я не могу с примерно времени, но мне кажется, минут 20 это составит максимум. Вы сами посмотрите, что он творит и как он летает. На нем пахать одно удовольствие. Это его стихия. Это маэстро. Я даже не знаю, как это назвать, друзья. Это маэстро. Это просто маэстро. Вот так вот, коллеги. Два или три куба, ребята, было. Ну, может, 2,5 куба.